Анонс и точно дата выхода 13 и 14 серии нового сериала «Справедливость». 13 и 14 серии сериала выйдут на канале СТБ 8 марта. Ранее в сериале мы увидели, как совершеннолетняя Надежда Матвиенко до сих пор находится под тотальным контролем властных родителей, а в особенности деспотичного отца. Слово этого человека для дочери – закон, который необходимо исполнять без пререканий. Например, когда юную послушную отличницу заставили пойти учиться в музыкальную школу, та не стала возражать, хоть уроки игры на фортепиано ее и не особо привлекали. Строгий папа уверен, что имеет право и должен решать судьбу подопечной. Даже выбрал ей жениха, не удосужившись поинтересоваться именем безропотной девушки и не задумавшись о том, какую психологическую травму та может получить. Обладательница спокойного и покладистого характера по привычке слушается главу семейства. Оттого и притворяется, что ухаживание навязанного ей жениха – это что-то очень приятное. Надя успокаивает себя, мол, мужчина видный, состоятельный, из достойной семьи. За таким, как за каменной стеной. Стерпится, слюбится, как говорится. Девушка пока не знает, каково это любить по-настоящему. Мир юной героини переворачивается с ног на голову, когда в жизни хорошей девочки появился мужчина, которому у Матвиенко искренние и глубокие чувства. 13 и 14 серии сериала выйдут на СТБ 8 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.